зайчик. Дуже добрий всім. Мене звати Євгеній, я один із фаундерів Joomla. Joomla – це поисковик вакансій в інтернеті. Ми працюємо в 60 странах. У нас, як це не странно, совпадає з FSUA 1 мільйон пользователей в день і 4 програміста. Всього в компанії працює 30 чоловік. Да, из того, с какими технологиями нам приходится работать. Большая часть кода и, в принципе, сам сайт работает под управлением .NET Framework, это C-Sharp. Некоторые критичные ко времени выполнения модулей написаны на C++, некоторые приложения для внутреннего пользования на Delphi. Система баз данных Microsoft SQL Server, контроль версий, баг трекинг. Из того, что мы делаем, какого рода задачи, в принципе, там придется сталкиваться. Это обычные прикладные задачи. Ну, то есть добавим какую-то рюшечку сюда, на этот сайт, сюда структурим. Это могут быть разные парсеры, это могут быть разработка каких-то внутренних систем. У нас внутренняя система CRM, которая написана самим для своих потребностей. Внутренние системы сбора учета статистики. Это может быть перформанс. Анализ. То есть анализ производительности серверов, анализ производительности СУБД. То есть поиск узких мест и их устранение, то есть в этой экосистеме. Это могут быть разные задачи, например, ну, в ближайшее время, да, мы там планируем как бы разработку какой-то собственной мини-СУБД, которая заточена четко под наши задачи и за счет этого, которая должна показать хорошую производительность. Кого мы ищем? Ищем прежде всего C-Sharp девелоперов, как опытных, так и начинающих. Вот. Если у вас есть опыт не только прикладного программирования, но в принципе, то есть вы знакомы с дискретной математикой, построением анализом алгоритмов, это будет просто супер. И второе, на данный момент до сих пор нет четко построенного процесса тестирования. Поэтому если кто-то может как бы построить эту систему с нуля, буду рад пообщаться. Спасибо. Вопрос. Вопросы. Сколько человек? Всего в компании? 30 человек в компании, IT-отдел, это там человек 10, 4 программиста. Почему не отфильтровываете ресурсы на компании? Вот кто подготовился. Хорошее замечание, спасибо, вы работаете над этим. Пока все, что нет тестировщика, который протестировал. Еще вопросы есть? Печеньки, офис, вопрос. Краулер самописный или что-то используете? Прошу прощения? Краулер. Краулер самописный, да. О чем? На C++. На C-Sharp. Как вы там дерево разбираете? Что? Как там дерево разбираете? У нас какая мать? Как часто у вас бывают переработки? Переработки? Да. Что это? Есть у вас Flexi Time? Последнее время не часто. Но переработки, то есть нет такого, чтобы кто-то кого-то заставлял их перерабатывать и сидеть. Все на добровольной основе. Используется. Они ходят со стеклянными глазами и работают 20 часов в сутки. Вот еще вопрос. Могли бы вы назвать несколько задач, которые стоят теперь перед вашим проектом, интересных и технических? Могу назвать, то есть, ну, просто это займет больше времени. Да. Это, например, разработка некого универсального парсера. То есть, грубо говоря, алгоритм получает нам вход, HTML страницу, и он должен определить сам разложитель на поля. То есть, скажем, здесь это должность, здесь этот кусочек текста, это описание, здесь еще что-то. То есть, разложить на поля страницу и определить самое главное, это вакансия или не вакансия. Все, ребята, время вышло. Все остальные вопросы.